Территория находится вблизи поселка Знаменский. Там будут проживать около 200 тысяч человек. Глава региона отметил, новый район должен соответствовать исключительно правилам комплексной застройки. Мы здесь не спальный район Краснодара строим. Это практически может быть уже такой современный административный центр, в том числе уже внутри Краснодара. Поэтому давайте исходить из того, что здесь не только количество жильцов, но и административных зданий, то есть социальных объектов должно поместиться. И все должно быть комфортно и гармонично завязано на городскую среду. А мы начинаем сразу с количества квадратных метров. Давайте лучше начнем со скверов, с парков, давайте с детских садов, с поликлиник. Приоритет при планировке этой территории – комфортная среда. Вот сколько у нас на эту территорию парков, сколько скверов, сколько поликлиник, сколько детских садов. И какой шириной у нас будут проспекты и бульвары. Давайте начнем с этого, с главного для жизни – комфорта. Ну и второй момент. Мы прекрасно видим М4-Дон. Это дорога, по которой поедут автотуристы, люди, которые едут своим транспортом там отдыхать. Вот, и они тоже будут видеть прекрасно то, что мы здесь настроим. Поэтому тем более, если уж они будут проезжать мимо Краснодара, конечно, должны сказать, ничего себе, какой этот город Краснодар. Это же столица нашего края. После осмотра губернатор провел совещание по вопросам градостроительного развития кубанской столицы. В частности, на нем зашла речь о развитии нового района. Территорию в ближайшем будущем планируют обеспечить транспортной и инженерной инфраструктурой.